Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Политические партии, независимые кандидаты смогут воспользоваться беспроцентными кредитами на проведение избирательной кампании по парламентским выборам 24 февраля 2019 года. Распоряжение, устанавливающее правила предоставления кредитов, будет опубликовано завтра в официальном мониторе, сообщает Молдпресс.МД. Согласно приказу министра финансов Иона Кику, кредиты будут выделяться из государственного бюджета. Таким образом, политические партии смогут получить кредиты максимум на 50 тысяч леев, а независимые кандидаты – на 10 тысяч леев. Документ устанавливает правила возврата денег. Так, кандидаты на выборах, которые получат менее 3% действительных голосов, вернут финансовые средства в течение 2 месяца со дня завершения голосования. У других конкурентов на выборах будет 4 месяца. Приказ вступает в силу со дня его опубликования.